Добрый день. Меня зовут Владимир Янкович, и я сейчас вам расскажу о том, что проект мы сделали. Собственно, я, наверное, немножко отличаюсь от всех этих людей, которые в основной массе здесь собрались. Я не являюсь представителем НПО, я не являюсь волонтером или активистом, я предприниматель. И в отличие от всех тех проектов, которые были представлены здесь сегодня, опять же, в основной своей массе, я буду честно, если я скажу, что у нас проект является бизнесом. И сейчас вам пытаюсь рассказать, почему же мы его называем благотворительным бизнесом и чем же мы занимаемся. Но вначале несколько слов о благотворительности в целом. О некоторых вещах говорила Даша, спикер для меня, но я постараюсь не повторяться. Благотворительность в мире — это очень большая, довольно большой рынок, если можно его так назвать. Если Даша говорила, что реклама, интернет-реклама занимает порядка 470 миллиардов долларов, то благотворительность в Штатах — это 300 миллиардов долларов. А в России это 3-5, опять же, цифры разнятся в зависимости от источника, и поэтому, чтобы вас не обмануть, вот такая разбежка. В основном жертвователей можно разделить на две основные группы. Это частные лица и это корпорации. Крупные компании, предприниматели, средний бизнес, неважно. И, как вы видите, ситуация очень сильно разнится. Если в Штатах 90% пожертвований — это частные лица, то в России все совсем наоборот. И сумма пожертвований от частных лиц, они составляют всего лишь жалкие 10%. И какие же основные проблемы есть у нас с вами, благотворительности в России, благотворительности в целом? Это нехватка денег. К сожалению, я не знаю, может быть, мое мнение субъективно, но на самом деле ничего большого нельзя построить без денег. И если вы собираетесь построить, наверное, если вы хотите убрать парк, это можно сделать с вашими друзьями, с каким-то партнерским фондом, либо с привлечением в качестве партнера крупного гипермаркета вашего города, например. Но если вы хотите очистить всю Россию, то вам нужно будет деньги и очень много денег. И с этим сталкиваются все. Вторая проблема – это одна из самых сложных проблем, особенно в русской ментальности жителей СНГ – это стереотипы. Их очень много. Во-первых, то, что богатые люди – плохие люди. На благотворительность жертвуют только потому, что замаливают грехи. Если компания берет деньги на благотворительность, она делает это только ради пиара. Таких клише очень много, и если их не высказывают вслух, то они их знают, и именно они являются огромным барьером для того, чтобы частные лица или бизнес пожертвовали деньги на благотворительность. Или что все фонды воруют. Это вообще в России, это повсеместно. Куда только мы не приходим, с кем мы не общаемся, первый вопрос — почему ваши деньги не воруют? Ответ на вопрос — почему их должны воровать? Но сейчас не об этом. И отсутствие передовых технологий. Большинство того, что делается в СНГ, в России, оно делается либо на коленке, либо так, как это делается в цивилизованном мире там, 100 лет назад. И для каждой проблемы не стоит ее обсуждать очень долго, да, и все мы знаем, какие у нас есть проблемы. Нужно смотреть на их решения. И решение — это как раз-таки то, что сейчас начинает развиваться, то, что сейчас является будущим. Да? Это тот самый краудсорсинг, про который говорила Даша. И это IT-интернет. И если мы совместим все три эти направления, то, я думаю, все наши проблемы смогут решиться. Но здесь есть еще одна проблема. Да. Одна проблема, которую стоит сказать. Это то, что российская благотворительность, я не хочу никого обидеть, она не умеет зарабатывать. И это очень плохо. А, к сожалению, она должна это делать в условиях современного мира. Например, в Штатах, я говорю по опыту, наш проект запущен уже в трех странах мира, и Штаты — это одна из этих стран. У них есть одна особенность — у них нет больных детей. Мы пришли туда после России и Беларуси, мы были в легком шоке. У них нет больных детей. Больному ребенку 70% сразу же отключают государство, 20% какой-нибудь фонд, а 10% собирают защитные часы. И больных детей нет. Зато все Штаты охотно жертвуют возвышенные выше 300 миллионов долларов там, на чистую воду и опыт для детей в Африке. И это нормально. У них высокий уровень доходов, и у них появляется потребность сделать что-то хорошее. И они жертвуют эти деньги, чтобы они жертвуют эти деньги в пользу себя, можно так сказать. А в России же такого нет. В России гораздо ниже уровень дохода, и поэтому нужно что-то изобретать. Кстати, вот недавно мы с ребятами
прорабатывали два очень интересных кейса из Штатов. Я бы хотел с вами поделиться для того, чтобы, возможно, в своей практике вы тоже начнете искать какие-то креативные творческие ходы. Есть такая очень известная компания в Штатах, Charity Water. Может быть, вы знаете, они занимаются тем, что они огромными объемами импортируют воду, чистую воду в страны третьего мира. Это огромная проблема у всех стран, есть огромные гранты на ее решение. Но как поступили? Они сделали сайт, где абсолютно любой человек может пожертвовать денежку, собственно, там, на литр чистой воды. У каждого литра есть определенная цена и так далее. Но что они сделали и почему это стало работать, и они одна из крупнейших нон-профит организаций штата. У них на сайте есть форма, заполнив которую, вы получаете красивое объявление, которое вы можете разместить в социальных сетях о том, что у вас скорое день рождения, кто вы, собственно, такой, и попросить своих друзей не дарить вам подарки, а вместо подарков сделать пожертвование в Charity Water, и вы об этом узнаете. И это невероятно круто. У них есть объявление, когда одна наша знакомая, она написала о том, что ей скоро 29 лет, и если она соберет 29 тысяч долларов, она проплывет голая от Алькатраса к берегу. И это невероятно, она собрала 14 тысяч долларов, она не знает, что она будет делать, если соберет еще 15. Но это работает. Еще один интересный кейс. Молодой американский студент, он съездил на отдых в Африку. И его крайне поразило, когда он приехал в одно из небольших поселений, то, что детям приходилось ходить в школу 8 километров, но это было не самое страшное, они ходили босиком. И они могли ходить в школу через день. Все очень просто, они должны были залечить ноги. Ну. И он вернулся в Штаты и решил, что он будет всю Африку. Он сразу же создал простой сайт и пытался принимать обувь, поддерживая обувь, да, это пример нашего Красного Креста, и отправлять ее в Африку. Но когда он столкнулся с реалиями реального мира, ему нужно было оплатить смыслом за сбор этой обуви, ему нужно было ее как-то транспортировать, и это все стоило довольно больших денег. И качество обуви было просто ужасным. И я думаю, все те, кто сталкивался с какой-то донорской помощью, вот именно по сбору вещей, я не знаю, насколько, какого качества этих вещей, и не все из них даже можно передать нуждающим людям. И что же он сделал? Он открыл компанию, которая производит отличную брендовую обувь, при этом при покупке каждой пары одна пара не брендовая, обычная, но новая, хорошая обувь отправляется в страны третьего мира. И расписал все на сайте, объяснил ценовую политику, и это стало одной из крупнейших, самых быстро растущих обувных компаний. Сейчас мы находимся в топ-10 обувных компаний мира. Америки. Они ежегодно отправляют миллионы пар обуви. Но он сделал это не потому, что он собирал людей промышленную обувь или стоял с протянутой рукой. Он построил бизнес, который позволил агрегировать большие суммы денег и сделать по-настоящему большое дело. Что же сделали мы? Мы сделали сайт, который называется «Берем». Мы вышли из Беларуси, и в Беларуси мы называемся MySense. MySense в Беларуси имеет смысл. Я расскажу, что это такое, но вначале я хотел показать небольшое видео, которое, я думаю, вкратце объясню, как, собственно, это работает. Один человек имеет возможность заполнить небольшую анкету,
и рассказав о том, что он за человек и почему он участвует в этом аукционе, пожертвовать ничему не обязан через встречи с собой. А другие люди, все участники нашего проекта, видят список этих встреч и могут в режиме аукциона, который длится 7 дней, побороться за эту встречу. И человек, который предлагает наибольшую ставку, он побеждает, получает контакты человека, деньги отправляются на благотворительность. Вот. Все довольно просто. Кто участвует в основном в нашем проекте? В нашем проекте участвуют самые разные люди. Это обычные пользователи, это знаменитости и это профессионалы. Если разделить на три категории, наверное, будут самые три большие значимые на категории. Вот, пожалуйста, первая — это девушка Анастасия, а второй участник — это Павел Родонцев. Это, возможно, известный кому-то, кому-то неизвестный, главный актер и создатель сериала «Наркомания паблики». Вот, многие знают его лицо. И, ну, вот это он. И, например, Светлана — это профессиональный тренер йоги, которая выставила встречу с собой, позиционировали как бесплатный профессиональный урок йоги. Ну, конечно, по сути, не бесплатный, скорее благотворительный. Почему наш проект успешен, почему он работает и развивается? На самом деле, в его основе лежат многие механики. Это желание людей познакомиться, сделать что-то хорошее, в конце концов, посоединиваться в режиме аукциона, и это тоже очень важно. Но так или иначе, это факт, он работает. В России сейчас мы собираем деньги для нескольких фондов. Это те фонды, которые вы видите на слайде, и также еще совсем недавно к нам присоединился фонд «Солнце». Это питерский фонд, довольно большой, он не плохий, но он принимает истории от самых различных людей, но в принципе в основном помогает детям. Вот. У нас есть некоторые планы по расширению спектра получателей помощи, но об этом можно немножко позже. Работаем мы на данный момент проекту около 8 месяцев. Около 3 месяцев назад мы пришли в Россию и Соединенные Штаты. В конце сентября мы планируем запуск в Украине, и вот буквально на днях у нас переговоры по выходу в страны Центральной Европы. Мы надеемся, у нас тоже все получится. На данный момент через проект было пожертвовано больше 17 тысяч встреч, у нас около 30 тысяч пользователей, а сумма пожертвований, я думаю, в ближайшее время уже достигнет 100 тысяч долларов. В ближайшее время для нас очень важно, чтобы география нашего сервиса она стала как можно шире, и поэтому я надеюсь, что мы станем более узнаваемыми на американском рынке, и на странах Европы нам тоже удастся произвести довольно быстрые запуски. Это тестирование различного рода механик. Сейчас у нас есть, по сути, вы видели обычный аукцион, когда можно один человек может побороться за одну встречу. Сейчас у нас проходит тестовый аукцион, когда это 11 призовых мест. Это сессия, учебная сессия от одного из топовых писарских модельеров, когда она в режиме круглого стола будет делать презентацию своей новой коллекции, и люди смогут сделать благотворительный взнос и попасть, собственно, на эту презентацию в один из хороших питерских ресторанов. И сейчас я готов услышать любые ваши идеи, поделюсь теми идеями, которые есть у нас сейчас, возможно, ваше мнение по проекту и просто вопросы, конечно. Ну, только поднимаем руку и задаем вопрос. Я хочу вам выразить огромное восхищение вашей идеи. Какая тенденция, как сейчас идет, из проектов несколько. И я со своей стороны, спасибо, и то, что я вас социально предпринимательство, то, что вы не выделяете. Мне интересно, как люди реагируют на ваши идеи, потому что я слышала некоторые консервативные и негативные отзывы на такую форму сбора средств. Ну и я как человек, который занимается этим, понимаю, что это здорово, но я думаю, что некоторые люди не теряют эти идеи. Интересно, как вы их предлагаете. Здесь нужно понимать, что это благотворительность, вообще любая человеческая деятельность, есть свойственно эволюционировать, да, и должны появляться новые инструменты. И наш проект, ваш проект, я так понимаю, это, по сути дела, новый инструмент. И люди, я думаю, скорее мы получаем в качестве обратной связи не столько критику, сколько непонимание и просьбы разъяснить о том, как собираются деньги, какая часть денег, и кому они идут, и опять же, почему их не воруют. И как вам пришла эта идея? Ну, в целом, на самом деле, с точки зрения, если говорить, например, о пользователях, вот о самих пользователях, то в большинстве своем мы получаем только положительные отзывы. Если говорить о сообществе предпринимателей, то наши идеи, как бы, в основном
восхищает многих. У нас, к слову, очень хороший инвестор, нашим посевным инвестором стал первый инвестор в Twitter, и вот именно благодаря вот этой сделке нам удалось от Twitter запуститься на американском рынке. Это нормально, да, когда вы создаете новый продукт. Я еще, наверное, не совсем вспоминал этого рынка, да, то вам нужно быть готовым, потому что вам придется столкнуться с критикой, вам придется, и самое главное, что вам придется ни в коем случае не закрываться от людей, а стараться выслушать их и объяснять им, чем вы приносите для них всю суть вашего дела. Я ответил на ваш вопрос. А какая сумма вот от этих пожертвований уходит вам в карман, какая уходит в налоги, какая уходит на благотворительность? Ну да, на данный момент, вот если именно в России, то мы работаем на упрощенной системе налогообложения, и поэтому от всех 100% вырученных средств 6% мы жертвуем в Российскую Федерацию на ее, собственно, здравствование. Остальная сумма, она делится в пропорции 80-20 между благотворительностью, именно прямо целевые бюджетные, и 20% остаются на развитие проекта. Это как бы является основным моментом для того, чтобы мы были привлекательными инвесторами, для того, чтобы мы были интересными как предприниматели. Но уже в ближайшее время, я думаю, что в течение полугода нам удастся отказаться от комиссии и перейти на, просто на рекламную модель. То есть, по сути дела, на нашем сайте, наш сайт достигнет такой критической массы, когда ежедневно на нем будут жертвоваться не десятки встреч, а сотни и тысячи, надеемся. И тогда мы сможем предложить, например, Starbucks, предложить нашим парам эксклюзивную чашку кофе и так далее. Но для этого, конечно, нужно дорасти, и мы сами постоянно поднимаем вопрос по поводу снижения или отказа от комиссии, но все-таки нужно быть благоразумным и дождаться этого момента.